MTV World Stage представляет. В этом выпуске мы вам расскажем историю создания культовой грув-метал-банды под названием Five Finger Death Punch. Так что усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, и мы начинаем. Five Finger Death Punch – американская музыкальная группа. Сокращенно коллектив называют 5 ФТП или ФТБ. Название было придумано благодаря увлечению фронтмена Золтана Батори боевыми искусствами. Оно было навеяно классическими фильмами на эту тематику и переводится как «Пятипалый удар смерти» или «Смертельный удар кулаком». Жанр музыки, в котором реализуется коллектив, полностью созвучен ими. Их мелодика агрессивна, имеет быстрый темпоритм, но сохраняет концептуальность и стройную структуру. Коллектив был образован в 2005 году. История создания команды началась в Лас-Вегасе. Инициатором стал басист Золтан Батори. Бендер по происхождению. Ранее он выступал совместно с коллективом U.P.O. В первый состав группы также вошли солист Айвен Муди, ударник Джереми Спенсер, басист Мэтт Снелл. Поначалу в числе участников был гитарист Калеб Бинем, но его вскоре сменил Дарил Робертс. Он тоже пробыл с коллективом недолго, уступив место Джейсону Хуку. Спустя некоторое время команду покинул Мэтт Снелл. Несмотря на внутренние пертурбации, свойственные многосоставным командам, Five Finger Death Punch придерживались выбранного однажды направления. Музыканты решили самостоятельно заниматься продвижением, поэтому дебютная пластинка записана и спродюсирована без посторонней помощи. Каждый из членов группы уже имел обширный опыт работы на музыкальной сцене. Их имена были известны в профессиональном сообществе, поэтому Five Finger Death Punch не пришлось скитаться по пабам, давая местечковые концерты, чтобы завоевать поклонников. Дебютный альбом коллектива носил название Way of the Fist. Сингл Bleeding вошел в топ-10 песен и пробыл в радиоротации 8 месяцев, став хитом 2007 года. Клип на песню победил на премии MTV как лучшее метал-видео. Растущая популярность коллектива в интернете помогла привлечь внимание крупного лейбла Zephyrn. Артисты подписали с ним контракт. На этой же студии записывали свои пластинки Korn и Limp Bizkit. В 2009 году Five Finger Death Punch приступили к студийной работе над альбомом War is the Answer. Пресс-релиз гласил, что именно эта пластинка представит публике истинное звучание группы, сочетающее мелодику и брутальный нигилизм. Единственным недостатком, отмеченным критиками, стали банальные тексты песен. В 2015 году состоялись официальное анонсирование пластинки Got Your Six и премьера песни Empty My Last Dance. Новым достижением в карьере артистов стал гастрольный тур с коллективом R.A.P.A. Roach. Спланированный в поддержку альбома, 2016 год оказался для музыкантов непростым, так как представители лейбла Prospect Park, с которым они сотрудничали, подали иск в суд. В нем оговаривалось, что артисты приступили к работе над новыми записями, не поставив в известность партнеров. Иск был двусмысленным с учетом того, что Five Finger Death Punch стали самой продаваемой рок-группой за 2 года. Дополнительные неприятности спровоцировало увлечение вокалиста Айвена Муди алкоголем и запрещенными препаратами. Они не устраивали ни менеджмент коллектива, ни самих артистов. С 2016-го лейблом Five Finger Death Punch стал Rise Records. Но удовлетворяя судебный иск, артисты выпустили альбом совместно с предыдущими продюсерами, прежде чем покинуть их. В 2018 году музыканты отыграли гастрольный тур с командой Breaking Benjamin. Ударника Джереми Спенсера, покинувшего команду, заменил новый барабанщик Чарли Энгель. Любопытно, что Спенсер сам нашел талантливого парня через Инстаграм, а сам стал офицером полиции США. Айвен Муди в 2019 году представил линейку гомеопатических продуктов, помогающих бороться с ADHD и другими заболеваниями. Мотивацией для него послужил отказ от алкоголя и запрещенных препаратов. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, Айвен предлагает собрать им по несчастью препараты под маркой Moody's Medicinals, помогающие снизить аппетит, устранить стресс и тревожность. У коллектива есть верифицированный профиль в Инстаграме, где регулярно публикуются фото и видео с выступлений группы, промо-материалы и личные снимки участников Five Finger Death Punch. Спасибо, что до конца досмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Спортивные часы. Уже давно не пластиковый корпус и функция секундомера, как это было в детстве. Сейчас спортивные часы обладают впечатляющим набором функций, могут быть выполнены в разном дизайне и стоят совершенно по-разному. Спортивные часы. Уже давно не пластиковый корпус и функция секундомера, как это было в детстве. Сейчас спортивные часы обладают впечатляющим набором функций, могут быть выполнены в разном дизайне.
Умные часы – это компаньон для смартфона, его продолжение и, в какой-то мере, ассистент в ежедневном использовании. Фитнес-браслет – это устройство, которое в первую очередь заточено под считывание и вычисление показателей организма. Например, умные часы могут не только показывать уведомления со смартфона, но и позволяют взаимодействовать с ним, отвечать на сообщения, помечать письма как прочитанные и так далее. Умные часы. Smartwatch, помимо прочих функций, умеют отслеживать пульс запястья. Имеют встроенный GPS и спортивные приложения, в которых можно составлять тренировочные планы, следить за своими результатами. Широкий выбор смарт-часов. Модели для iOS и Android. Привлекательные цены, бесплатная доставка по всей России. Заказать часы вы можете внизу по ссылке под видео в описании. Видеоролик вам предоставила компания Studio Artur Paravozin Production TV.